мы очень рассчитываем, что к нам приедут и белорусы, и казахи, и отчасти, может быть, и Украина приедет. Мы всех ждем, всех будем вместе с вами, будем рады. Депутатский корпус, вы все настроены на эту большую совместную работу. И я очень надеюсь, что таких отелей, которым мы займемся в ближайшее время с вашего благословения, их будет не один и не пять, как в Турции, а минимум 50. И тогда миллионы туристов вспомнят об Абхазии, вернутся сюда и будут наслаждаться отдыхом,